Пробка на Московской. Все автобусы стоят, не могут проехать по Московской, потому что вот этот персонаж, короче, стал... И он стоит на ручнике, вот все люди выходят. Мы приехали! Там жутчайшая пробка дальше. Никто проехать из-за него не может. И вот так вот это вот все выглядит. Ну, это нормально, все люди. Смотрите. Что он сделал? Он намеренно это сделал. Не, ну подождите.